И снова здравствуйте. Вчера я снимала короткий ролик по поводу перевалки почек гортензии в больший объем и заметила такую интересную вещь. После переукоренения, как образуются корни на верхушках, на тех верхушках, которые мы обрезаем. Вот обратите внимание, сейчас я вам покажу поближе. Вот это вот была верхушка. И смотрите, как образуются корешки. Не хочет. Вот здесь вот видно. А на одной верхушке получается вот таким вот образом. На другой верхушке чуть по-другому. Но в любом случае тоже образуются корешки. Процесс очень интересный. На тех почках, которые мы обрезали, вот видите, уже пошли новые ростки из пазух. Процесс вообще, повторю, да, очень интересный. Но что я хочу сказать? Я живу в квартире, в городе. Очень в квартире жарко. Получается, что постоянно держу их в теплице для того, чтобы они не пересохли. Что смогла сделать? Смогла всего лишь только отключить батареи и понизить температуру. Но при температуре, конечно, 18 градусов в квартире жить невозможно, поэтому сделала это только в одной комнате. Вот здесь хочу вам показать, что листья у гортензии разного цвета. Здесь при том, когда я обрезала черенки и поставила их в воду, я достаточно долго их держала. И получилась как бы нехватка витаминов, да, гортензия начинает страдать. Что сейчас можно сделать и каким образом можно ей помочь? Я нашла в магазине самое простое средство, которое доступное средство, которое есть, да, фертиколюкс, вот здесь написано, водорастворимое, то есть его можно добавлять при поливе. И посмотрите, что у нас здесь. Калий и фосфор в большом количестве, да, и в небольшом количестве, ну, скажем так, достаточно небольшом количестве у нас азот. Вот изначально можно при поливе добавлять вот это вот удобрение. Затем, когда они подрастут, можно будет еще что-то добавлять. Кроме этого, хочу вам сказать, что у меня еще есть телеграм-канал. В нем я показываю больше фото и, соответственно, больше видео. Ссылка на телеграм-канал будет под этим видео. Приходите, смотрите. Летом буду снимать все то, что у меня есть на даче.